Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня мини-обзор, отзыв или мое субъективное мнение на книгу. Книга «Ловцы удачи». Итак, всем нам привычные эльфы, гномы, орки, стандартные народы нестандартных миров. Все существуют и живут в этой книге. Главный герой этой книги – эльф. У королей обычно нет друзей, тем более у своенравных королей. У нашего главного героя, второго наследника на эльфийский престол, нет не только друзей, но и за ним охотятся свои же. Он оказался слишком непослушным и не повел свой народ умирать просто по приказу. Сбежал. И оказывается, есть другая жизнь на другом конце света, где он не король, и у него есть друзья. И он делает единственное, что умеет. Он летун, причем управляет суднами, он очень хорошо. На другом конце света летают воздушные пираты. Лихие капитаны. Устраиваются гонки, соревнования, где можно стрелять друг по другу. Ну, тем, кто соревнуется. Процветает разбой и контрабанда, которой наш эльф тоже займется. Рядом с изнанкой мира. Интересная книга про приключения. Читается взахлеб. Разные расы, острова, магии, демоны, за счет сил которых летают стрекалеты, воздушные суда. Любителям фантастики, магии и приключений. Книга про понятия, дружбу, обязательства и жизнь. И, чуть не забыла, трехлапый. Вероятно, в нашем понимании это собачка. Очень хорошо дополняет весь рассказ. Это было мое субъективное мнение. Это был мой отзыв и мой обзор на книгу. Мне она понравилась, я прочитала ее на одном дыхании. Это было все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.